саме зараз в нашій студії організатори, керівники та тренери танцювальної школи «Лавіда», організатори чемпіонату України з бачати Олексій та Валерія Оріщенки. Доброго ранку. Доброго вам. Доброго утра. Ради вас вітати у нашій студії. Як колись говорили в відомому мультфільмі, нашу маму і тут, і там показують. Да. От відповідно та ситуація і зараз маємо місце. В принципі, то наші телеглядачі, я думаю, що отримали вже певну інформацію, подивилися, хто навіть не розумів, да, що таке слово «бачати», але все ж таки з вуст ваших, да, от спочатку знову і знову, да, лікбез для тих, хто, можливо, щойно вімкнув, «бачата», «бачата», що, що таке? Что такое бачата? Бачата – это на данный момент один из самых популярных в мире социальных танцев, который в себе несет идею романтики, несет идею взаимодействия между партнером и партнершей. Да, то есть это есть танцевальные движения, да, но самое главное, ключевое бачаты – это страсть, которая вырабатывается между партнером и партнершей. Как мы всегда любим говорить, это 5 минут отношений, такой романтической жизни и какой-то определенной истории. И эту историю выстраивают сами танцоры. Я так розумію, напередодні саме Дня Святого Валентина, тому і чемпіонат. Да, да. Он был посвящен этому дню. Это было задумано как с самого начала. Как и в прошлом году, да. Вот. Поэтому мы старались объединить всех влюбленных не только в друг друга, но и влюбленных в танец. Так, результати вражаючі. Ну, згідно статистики, минулоріч було 100 учасників, цього року вже 200 учасників. Вже 200. Я так розумію, що наступний рік, ну, за логікою, має бути 300, як мінімум. Знову ж таки, це потрібно якесь, не знаю, як взагалі організували ви даний чемпіонат? Це ліцензування, не знаю, так далі, так далі. Як ви взагалі це робите? Розповідаю. Чемпіонати... Нехай Олексій говорить, хай чоловік говорить, правильно. Когда ми... скажем так, внутри нас зарождалась идея этого чемпионата, мы всегда хотели сделать чемпионат по самому популярному, самому масштабному из наших социальных танцев. Таким на данном этапе, я думаю, еще долго, если не все время, будет являться бачата. Что хотелось? Хотелось в чемпионате создать тот формат, которого еще раньше было не так много в Полтаве. Формат нашего чемпионата, он называется формат Jack and Jill. То есть каждый сам за себя. Это формат, где не танцует пара, так как, допустим, в бальных танцах или в других парных танцах. Я разумею. А отдельно участвуют партнеры и партнерши. И в процессе чемпионата они все время меняются. То есть это... Не встречаются только на танцполе, как говорили. Тут не бачились до чего. Они, виделись, конечно, некоторые, но... И очень часто даже до конкурса не танцевали никогда с друг другом. То есть в чем идея соревнования? То есть показать не просто какие-то, допустим, заученные заготовки, да, с партнером и партнершей, которые уже много лет там, да, или какое-то время танцуют вместе, уже друг к другу привыкли, а показать суть социальных танцев, да, то есть импровизацию. Импровизацию, да. Когда незнакомый партнер, незнакомая партнерша с разных школ, с разной техникой встают вместе в пару и... При этом танцуют шикарный танец, то есть суть социальных танцев – это есть импровизация. Поэтому наша первостепенная задача на чемпионате была именно сделать вот этот основной формат, который, в принципе, ну и плюс, выделяет социальные танцы из других стилей. Джек энд Джилл, на данный момент, ну, девушек всегда больше в танцах. Это одна из, ну, скажем так, и плюсов, и минусов, да. И формат Джек энд Джилл, он дает возможность девушкам, те, которые без партнера, да, постоянно, то есть поучаствовать и показать себя, и показать, что они не просто так ходят на танцы и никуда не ездят, никуда, нигде не выступают, скажем так. Щодо географії, давайте також цікаво, знову ж таки, я так розумію, зараз Полтава – центр бачати, ну, відповідно, другий чемпіонат України відбувся, да. Але от хотілося б дізнатися, як взагалі по території України, да, наскільки популярним є даний вид танцю? Є популярним на всій території України, ну, в основному, звісно, в больших городах. То есть Киев, Харьков, Днепр. Ну, на данный момент уже везде просочилась бачата. Добре, тоді по соціальній демографії. Хто займається бачатою? От є якісь такі певні дослідження, да, там? Хто вони, ці люди?
Социальные танцы, наверное, те, кто танцует хабачату, это абсолютно все возраста. Даже на чемпионате у нас были участницы, которым уже... Не 30. Да, уже не 30. А 31. Да, 31. Вот, они не просто танцевали, выступали. То есть такие участники очень часто еще выигрывают, берут призовые места. То есть это показывает то, что если у тебя есть желание, стремление, то всего можно добиться, не в зависимости от возраста. Поэтому, как показал наш чемпионат, даже по сравнению с прошлым годом, если прошлый год это была в основном молодежь, то в этом году уже возрастная категория участников, она намного увеличилась. То есть от самых молодых, там в пределах там, 18-20 лет, и до. Да. И соревнуются они абсолютно на равных, и абсолютно на танцполе не видно вот этого различия в танцах. Вот это самое, наверное, вообще прекрасное. Возрастного барьера не существует в принципе в танцах. То есть если у тебя как бы физическая форма позволяет танцевать, то многие люди просто танцуют для себя, но на конкурсы они не выходят. Ну, так как у них есть какие-то объективные на это причины, мы эти причины признаем, понимаем и как бы... Дальше нічого людей не заставляємо цього робити. Знову ж таки, ті, хто беруть участь у чемпіонаті України, у них є своя мотивація, звісно, да, от в сюжеті Наталя сказала, моя колега Наталя Зміцька готувала сюжет, що дійсно не призовий фонд, це найголовніше. Я розумію, сама участь, але все ж таки отримують люди призові місця. Далі вони, не знаю, їдуть на Кубу там чи куди. Ну, просто... Давайте. Якщо це не секрет, звісно. Нет, ну на самом деле мотивации две есть очень простые. То есть одна мотивация это то, что, наверное, любой человек, кто участвует в чемпионатах, несет себе идею какого-то собственного экзамена для себя. Да, вот зачем я прозанимался там год или два? То есть что я могу? То есть, чему я научился, да, то есть какая-то своего рода проверка своих возможностей и того, чему человек научился. Плюс у нас на чемпионате был еще кубок школ, разыгрывался кубок школ, то есть участники, скажем так, соревновались не только между собой, а соревновались еще отстаивая имя своей школы и самое большое количество баллов, полученное от учеников какой-то определенной школы, давали такой приз, как Кубок школ и лучшая школа по бачате 2018 года в Украине. Mm-hmm. Вот. Но самый главный приз, это основной приз на большой фестиваль с мировыми звездами, с мировыми судьями, который дает участникам право, да, если они возьмут там призовое место, поехать в Испанию на самый крупный в мире чемпионат по бачате, на который нельзя просто так поучаствовать, только через отборы. Да. И как раз организаторы этого чемпионата с радостью согласились предоставить бесплатные мастер-классы и бесплатное участие на этом отборочном чемпионате для всех призеров и победителей нашего чемпионата. Так, щодо призерів, у нас є ще кілька хвилин, хотілося б дізнатися, да, хто от саме переможцями став другого чемпіонату України з бачання? Кубок школ у нас взяла Київська школа бачата Бланка під руководством Рауля і Марії. Тоже они все украинские и международные инструктора. Вот. В прошлом году мы взяли, в этом году мы решили не поделиться. Ну так, якось буде дивно, да? Ну скажу, ну что-то... Ну что ж это такое, организаторы другий рік поспіль. Вот, победители, всех победителей не помню, у нас было 5 категорий, от 6 месяцев обучения и до категории преподавателя. Вот, поэтому всех-всех не запомнишь. Ну, самое большое количество призовых мест взяла именно Киевская школа, которая приехала очень большим составом. Борьба была очень серьезная, действительно. Ну, Київ, як то кажуть, да, столиця, відповідно. Ви вже сказали, що найпопулярніше в великих містах. Але я знаю, що у Полтаві, і знаю особисто дуже багато людей, які займаються соціальними танцями.
І це не в останню чергу завдяки вам, до речі. Так що вам велика подяка за це, що розвиваєте даний вид мистецтва, допомагаєте деяким людям. Дійсно, прозвучала з ваших вуст думка, що незалежно від віку, головне якось звільнитися внутрішньо, мені здається, щоб розпочати танцювати і бачати в тому числі. Тому, шановні друзі, якщо ви зацікавилися цією темою, зокрема, якщо щойно приєдналися, ми говорили про чемпіонат України з бачати і взагалі про даний вид танцювального мистецтва. А якщо щойно приєдналися, зможете переглянути нашу розмову на відеохостингу YouTube, на сайті LTAVL, LTAVL.UA. Та й взагалі, якщо захочете поспілкуватися з нашими гостями, я думаю, їх надзвичайно, я не те, що думаю, я знаю, їх нескладно знайти. Ось, у соціальних мережах звертайтеся. Тож ще раз нагадаю, що в нашій студії були Олексій та Валерія Оріщенки. Ось тому це керівники та тренери танцювальної школи «Лавіда», організатори другого чемпіонату України з бачати і просто хороші люди. Ну, це от я від себе вже комплімент. Це режисери вирішують, якщо що. Ось. Я дякую вам, вдалого вам дня, до наступних зустрічей і третьому чемпіонату бути. Ось так. Бути обов'язково, як мінімум. Бути. А можливо, знаєте, от як подумав, давайте два чемпіонати на рік. Будемо старатись. Давайте такий проміжний півфінал, а потім фінал.